В законодательном собрании подписали меморандум между правительством Ульяновской области и фракцией «Единая Россия» в региональном парламенте. Подписи под документом поставили руководитель фракции Василий Гвоздев и председатель правительства Александр Смекалин. В документе отразилось финансирование и решение множества конкретных проблем избирателей на сумму около 3 миллиардов рублей. Все обозначенные вопросы должны быть реализованы в течение предстоящих 2 лет. Мы в декабре месяце подготовим по каждому округу отдельную брошюру, где будут перечислены все объекты, вошедшие в меморандум по, скажем так, рекомендациям, по обращениям избирателей того или иного округа и по рекомендациям депутата. И, безусловно, опубликуем сам текст меморандума, подписанный председателем правительства и руководителем фракции, значит, как гарантию того, что этот документ курируется при правительстве Ульяновской области и региональном отделении партии «Единая Россия». Нынешний документ – продолжение меморандума, подписанного год назад. Это новый, живой, небумажный план работы. Документ станет основой деятельности депутатов, правительства и муниципалитетов при поддержке населения в следующих годах. Как я уже говорил, мы в 2019 году взяли на себя очень серьезные обязательства и не только их выполнили практически в полном объеме, мы реализовали целый ряд проектов, которые были запланированы и на 2021, и на 2020 годы. Сейчас мы пересмотрели этот блок, который был определен в соглашении, добавили новыми объектами, и сейчас мы понимаем, что еще порядка 3 миллиардов рублей мы должны направить на поддержку муниципальных образований. Главные направления меморандума – решение вопросов региональной повестки. Сюда входит развитие здравоохранения и транспорта, решение проблем дольщиков, обеспечение социальными льготами детей-сирот. Второе направление – развитие районов. К примеру, ремонт школ, ФАПов, домов культуры. Вообще документ получился очень полезным. Даже сегодня вот на обсуждении его назвал государственной программой партии «Единая Россия». Тот документ, который был подписан сегодня, ну, если хотите, это выжимка тех наиболее проблемных, наиболее острых вопросов, которыми подходили к нам наши избиратели, жители Ульяновской области. Сам документ будет опубликован в открытом доступе, чтобы каждый мог с ним ознакомиться. Как уверяют депутаты, главная цель – сделать жизнь жителей комфортнее. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Ул Правды ТВ.